Сегодня на завтрак мы с вами будем готовить очень вкусную и полезную рисовую кашу. Она будет очень-очень вкусная, я вам обещаю. И готовится очень просто. Давайте готовить. Здесь у меня стакан, вот такой мультистакан риса. Я на ночь залила водой, чтобы просто каша быстрее сварилась. Сейчас я ее солью. Рис набух, и он быстрее сварится. Отправляем в мультиварку. Теперь я беру растительное молоко. Так, и отправляю 3 мультистаканчика. Значит, риса у меня стаканчик. Молока будет 3. И 2 стаканчика чистой воды. И теперь надо добавить всякие добавки. Ну, во-первых, это немного соли. Я рисовую кашу люблю сладкую. Добавлю по вкусу 1,5 столовых ложки. Очень люблю кашу с изюмом, но в этот раз решила семенами чиа. Любые прям добавки, вот какие есть, сухофрукты, там можно банан туда порезать. Вот я сегодня семена чиа и добавлю ваниль. Перемешаем. Осталось добавить масло. Я добавляю кокосовое масло. Вот так вот, 1/2 столовой ложечки. Можно оливковое. Ну или какое у вас есть масло. Все, закрываем. Выбираем программу «Молочная каша». Нажимаем «Старт» и идем делать свои дела. А каша будет вариться. Каша наша сварилась. Вот такая она получилась, не густая, ничего не пригорело, не убежало, это просто радует. Очень люблю готовить кашу с утра в мультиварке, потому что не нужно стоять у плиты, а засыпал, залил и все, и ты свободен, делаешь свои дела. Посмотрите, какая очень хорошая каша у нас получилась. Конечно, кашу можно сварить и на плите. Вот. Давайте положим в тарелочку. Что еще я добавляю? Я смолола орехи. Здесь у меня миндаль. И добавляю вот так вот в кашу. Очень вкусно. Любые фрукты можно. Я сегодня буду есть кашу с яблоком. И у меня осталось еще немного ягод. Добавлю ягоды. Вообще кашу можно просто с изюмом сварить. Очень вкусная каша. Вот наш завтрак. Очень вкусный и сытный, готов. Каша очень-очень вкусная. Мои рекомендации. И вот так попробуйте с орехами, смолите их. Они придают очень такой вот интересный ореховый вкус к самой каше. Она получается именно вот такая вот вязкая, очень вкусная, в меру сладкая. Так что завтракайте вкусного, хорошего вам дня. С вами была Ирина Воскресенская. До нового видео, скоро увидимся. В комментариях пишите, что вы готовите в пост интересного, вкусного. Я выберу и приготовлю. Всем пока-пока.